Вечер выходного, 19:30, магазин «Первомайский». Здесь неравнодушие барнаульца обернулось против него же. Мужчину избили и избили с жестокостью. И за всем этим наблюдал маленький ребенок. Горожане активно обсуждают этот инцидент, который произошел на этом месте. Когда один мужчина вступился за ребенка, на которого кричал предположительно его отец, и пострадал от его агрессии. У мужа была первая мысль, что это, возможно, ребенок что-то стащил. И, ну, как бы, все знаем по роликам из интернета, что продавцы любят воспитывать детей. Но все оказалось намного хуже. Александр, велосипедист, услышал, как житель краевой столицы кричал на ребенка и остановился узнать, кем он приходится мальчику. Оказалось, отцом. Папу вывела из себя просьба купить мороженого, рассказывает Алина. Вот Александр отъезжает в сторону, он решил вызвать полицию. Но мужчину уже разозлило такое беспокойство незнакомца. Словесное нападение переросло в физическое. Среагировать велосипедист не мог, на одной ноге у него протез, движения скованы. В итоге Александра жестоко избивали на глазах у мальчика и прохожих. Гематомы не просто как бы синячок, а внутренние гематомы, где кровоизлияние прошло внутрь. То есть нам в больнице сказали, что они просто так не пройдут. Нужно обратиться к хирургу для физиолечения. Если это не поможет, то это будут вскрывать. Также у нас проблемы с глазом, глаз затек. Происшествие разлетелось по сети. Одни подбадривают Александра и даже хотят собрать деньги ему на протез, чем смущает мужчину. Другие уверены, прошел бы мимо, не пострадал бы. Мы сами имеем 9-летнего ребенка, муж с трепетом относится. То есть у нас, ну, в доме не позволено такого. Как можно было пройти домой, то есть видеть, что ребенок орет, прийти и лечь спать. То есть, а потом в новостях какие-нибудь страсти увидеть. То есть, ну, как бы, я не знаю, нормальный человек бы никогда не прошел. Не только мой муж, то есть... Он не считает, ну, как бы это героическим или как-то еще, то есть, ну, это в порядке вещей. В последнее время мы все чаще слышим, детские преступления можно было предотвратить, если бы прохожие банально обратили внимание на плачущего ребенка или ребенка, которого тащат. С этой точки зрения пострадавший барнаулец все сделал правильно. То, чем обернется его неравнодушие, он не мог предположить. Но готовы ли остальные отреагировать на подобное? Ну, я попросил повежливый, все-таки ребенок, зачем ругаться, все-таки лучше остановиться. Я не уверен, что я бы как бы физически как-то повлиял на это, но попросил бы остановиться, может, привлек бы кого-нибудь со стороны, чтобы не один был. Начал бы кричать, и, не знаю, может быть, подошел бы. Ну, если такой ребенок орет, ну, то, понятное дело, надо помочь. Но в этой истории даже оттащить напавшего прохожие кинулись не сразу. Поговорить с Александром не удалось. Такое внимание он считает излишним. Наказать виновника – идея его супруги. Алина сама методом перебора квартир в том районе нашла мужчину, избившего ее мужа. В ходе проверочных мероприятий следователям Следственного комитета предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Если просто побои, не причинившие вред здоровью, статья 116, там много альтернативных видов наказания, начиная от штрафов, исправительных работ, возможно, там причинение вреда средней тяжести, там до 3 лет лишения свободы. Ну, если действительно серьезные повреждения по признакам опасных для жизни и здоровья человека, статья 111, часть 1, например, она до 8 лет лишения свободы предусматривает. Проверка правоохранителей займет месяц. По словам семьи Александра, к делу подключились и органы опеки. Они проверят семью нападавшего. Сам же Александр, со слов его супруги, не падает духом и даже уже готов выйти на работу. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.